Избавляемся от советского прошлого, проклятого советского прошлого. Вот сегодня меня лично очень порадовал пресс-секретарь МВД Украины. Он сообщил, и телеканал «Эспрессо» сообщил, где он рулит, о том, что милиция киевская, вернее полиция, избавляется уже от звездочек пятиконечных советского образца и переходит на восьмиконечные американского образца. Мы ж 51-й штат, вы что, забыли? Вот он, фотофакт. Киевские полицейские впервые получили погоны американского образца. Вот так вот. Вот они, погоны американского образца. Наконец-то свершилось. Счастливые полицейские. Точно, восьмиконечные. Американского образца, 100%. Я много и часто говорил, гундел о безграмотности новых украинских чиновников. Вот и Артем Шевченко, в общем, возможно, он не знает, пресс-секретарь МВД Украины, но вот эта восьмиконечная звезда, она как бы давно эмблема МВД. Много-много лет. А теперь немного об американских полицейских, совковых американских полицейских. Начинаем. Смело мы в бой пойдем за власть советов. Все с пятиконечными звездами. Вот совкоголовые. Наш паровоз вперед летит в коммуне. А посмотрите на этот горох из совка высыпавшийся. Веди, буденный наш смелее в бой. Ну вот семиконечный нашел. К вопросу о пятиконечных советских журналисту и пресс-секретарю МВД не худо было бы взглянуть на вот эти совковые погоны. Это погоны армии Российской империи. Представьте себе, пятиконечная звезда, я открою небольшой секрет для этого журналиста и пресс-секретаря МВД Украины, не имеет ничего общего с советским режимом. Это просто пятиконечная звезда. Кстати, он бы для себя много нового открыл, если бы поинтересовался, какие звездочки на погонах, к примеру, военно-морского флота США. Но это уже высшая математика. Не будем загружать чиновника от МВД, да?